Николаев Антон Александрович, депутат Совета депутатов Республики Коми-Уязь. Уважаемые коллеги, я хочу обратиться, наверное, ко всем, ко всему собранию, да? А, вот поймите, мы начинаем обсуждать там закопанные речки, закопанный мусор. Но поймите, да, у нас есть одна хорошая мудрость, да, звучит она так. Будущее начинается сегодня. То, что у нас в века истории нам передается, да, это культовые наши сооружения, да, которые стоят столетиями, а некоторые тысячелетиями. Поэтому что мы с вами рассуждаем, как будто у нас будущее закончилось вчера? У нас есть профессионалы, которые решат, можно на этом грунте строить и сколько этажей, или нельзя, как сделать транспортную развязку и так далее, и так далее. Давайте мы будем конструктивно. У нас будущее не закончилось. У нас наши дети, мои дети, которые уже живут, да, ваши внуки, они будут жить дальше здесь. Давайте конструктивнее, а не просто да, нет. Вот мы здесь уже жить нельзя будет. Давайте скоро. Конструктивнее. Спасибо.